Я в этом видео расскажу, как сохранить зелень свежей до 50 дней и реанимировать уже подвявшую. Как хранить свежий укроп, петрушку, зеленый лук, а также шпинат, так, чтобы они не желтели в холодильнике. Для начала нужно развязать каждый пучок зелени. Всю зелень нужно перепрать, убрать испорченные, если есть веточки, подгнившие листочки. Также я разделяю петрушку от укропа. Главная рекомендация перед хранением зелени – ее нужно тщательно промыть, чтобы убрать все лишние бактерии. И делать это надо не под проточной водой, а именно в чашке, несколько раз заливая ее холодной водой и хорошо промывая. Перед хранением зелень также нужно хорошо высушить. Это можно сделать, разложив ее на полотенце и промокнуть ее бумажными полотенцами сверху. Или удобно использовать специальную сушилку для зелени или центрифугу для салата. Всю зелень лучше хранить по видам, чтобы не смешивались ароматы. Петрушку можно положить в контейнер, плотно закрыть и убрать в холодильник. Температура там должна быть не больше 4 градусов. Или поставить в стакан с водой и также убрать в холодильник. Так петрушка будет храниться до 20 дней. Укроп можно хранить как в контейнере, так в банке с водой и даже в обычном пищевом фасовочном пакете. Свежесть будет до 45 дней. Зеленый лук для свежести нужно поместить в стакан с водой, а верхнюю часть накрыть пищевым пакетом. Сделать в пакете небольшие отверстия, чтобы лук не задохнулся, так он будет свежим до 3 недель. Шпинат можно хранить в контейнере, плотно закрыв крышку, или в полиэтиленовом пакете до 1 недели. В полиэтиленовом пакете также нужно сделать небольшие отверстия, чтобы зелень оставалась свежей. Чтобы увядшей зелени вернуть свежесть, в миску с водой, примерно 400 мл, добавить 1 чайную ложку уксуса. Все перемешать и оставить укроп с петрушкой примерно на час. Чтобы освежить зеленый лук, в воду нужно добавить пару щепоток соли. По ссылке в описании вы найдете 3 подарка, сезонное меню на неделю, приглашение на бесплатный вебинар и 101 карточку с рецептами для планирования меню. Загляните в описание, подарки вас ждут.